Проезд промысловый, пешеходный переход у лицея номер 7 – один из самых безопасных на сегодняшний день в городе. По крайней мере, из тех, что установлены вблизи образовательных учреждений. Знаки здесь в ярких рамках и в нескольких местах, а само изображение так называемых человечков еще и продублировано на дороге. Также, значит, оборудуются пешеходные переходы светофорами Т7, то есть это светофор в желтом моргающем режиме работает. И непосредственно перед самим пешеходным переходом искусственная дорожная неровность устанавливается, что позволяет, значит, принудительно снизить скорость транспортного средства. Также вблизи образовательной организации устанавливаются дорожные ограждения, то есть позволяющие, как бы принуждающие детей пересекать дорогу строго в определенном месте, не дающим им выйти на дорогу как попало. А это более типичный для Оренбурга пешеходный переход. К слову, находится он буквально за углом. Есть здесь только искусственные неровности, да знаки, предупреждающие об этом. Ни специальных светофоров, ни разметки, ни тем более каких-либо ограждений. Отсутствие последнего заметно сразу. По проезжей части к ужасу всех водителей бегают школьники. Так не должно быть, считают в прокуратуре. Там потребовали от чиновников привести все переходы у школ в рамки закона. Как показала проверка, более 70 зебр этому не соответствует. Полностью предписание чиновники не исполнили. Прокуратура подала в суд. Было первое судебное рассмотрение, где администрации было представлены доказательства того, что действительно большая часть этих пешеходных переходов привели в соответствие, о чем мы можно видеть в городе, вот, также, что они соответствуют, а именно перильное ограждение, дорожные знаки, сами пешеходные переходы, разметка. Возможно, количество участков, где есть разметка и дорожные знаки, в городе увеличилось. Но вот много ли появилось специальных светофоров Т7? Навряд ли. Они также обязательны. По данным ГИБДД в Оренбурге, на сегодняшний день их не более 6. Ольга Патрушева, Вадим Нечаев. Наше время.